добрый день, Питис Агасия. Я, посмотрите, мост, один мост, развязочка готов. Я слишком быстро проскочила. Вот. Даже под ним, с другой стороны, можно проезжают машины. Многие автомобилисты считают это серьезным достижением скорости постройки вот этой вот развязки. Сейчас мы следуем по трассе Дон, которая вливается в улицу Луначарского, по левой стороне наш храм и парк Андреевский разбит по левой стороне движения. Мы следуем Голубую бухту, сейчас указатель укажет. Так что в одном ролике мне сказали спасибо за позитивный ролик, ну, позитивный, потому что вечно там пробки у нас стоят со стороны Новороссийска. А вот эти отвалы как стояли, так и стоят, да? Вода чистая, и, видимо, водопад этот остается у нас в Геленджике. Видно, что вода в Геленджике есть, как показатель, как говорится, при въезде, да? Вот, дороги по-прежнему расширяются, но первая череда вот этого моста развязочного или объездного, сейчас мы на северном, уже практически готова. Сейчас мы увидим вторую часть этой развязки. Вот, Маркотский хребет, ягодный, ежевичный, адыги оставили нашей территории большое количество топонимических названий с той далекой поры, еще до периода античной цивилизации, античной Греции, античного царства. Проживали здесь адыги, которые жили родами. Значит, микрорайон северный по левой стороне движения. Следую маршрутке. Вот еще одна часть моста. Вы видите, уже существенная часть готова. Пробочки небольшие, подвижные есть. Вот видно, череда домиков, это поворот на Голубую бухту идет. Есть, но пробочки подвижные. Вот, видите, они движутся, но медленно. Вот, а здесь вот разграничили уже территорию. Голубую бухту расширяется это. Дорога, сейчас увидите. Район северный. Сейчас когда-то это было вообще Тимуторакань, далекая, далеко. Сейчас здесь просто глобальный район. Очень такая любопытная школа, новая школа, отстроена достаточно давно.